Всем здорово! В этом видео будут сборки на Hell Salamander или же на Адскую Саламандру. Эту идею мне прислал подписчик. Он довольно часто мне присылал какие-то идеи. То есть он вот прям активно участвовал в развитии канала. И хочу сказать ему большое спасибо. Ну а мы погнали. Он мне прислал всего лишь одну. Но я покажу и остальные, так как, ну, не хочется уделять каждой сборке отдельное видео. Покажу вам сразу 4 сборки в одном видео. Погнали. Первая сборка. Сейчас поставлю Саламандру на атаку. Первая сборка. Думаю, вы ее все прекрасно знаете. Саламандра Блицярд. Ну, не то чтобы топовая, но может побеждать. Конечно, не сравнится со сборками на кого. Ну, например, кто? Спрайзен и Беринги, Лорд Спрайзен, Стингер, Кстенд Плюс. Но все уже нормально. Дальше. Сборка. Вот такая вот. Ярда Блиц Атомик. Это тоже хорошая, довольно выносливая сборка. То есть, эти все сборки, почти все, как бы, должны просто перекрутить. Ну и третья сборка. Саламандра Блиц Дестрой. Можно Дестрой Дэш, но у меня нету. Все вот такое. Вот такая вот сборка. Тоже классная она. Как бы и на выносливость, но при этом может выбить. Поэтому вот так. И последняя сборка, которую мне предложил подписчик. Я считаю, что она самая мощная, по моему мнению. Саламандра Блиц Экстенд Плюс. Все. Выносливость против левосторонних. Атака против правосторонних. Но это большая арена. И угол, как бы, вот эта вот плоскость, скажем, впадающести, не знаю, как сказать, он немного меньше. Поэтому не знаю, как это отразить. Здесь все эти сборки мы будем против кого? Правильно, против Геркулеса. Погнали. Первая сборка. Сборка на ярке. Запускать я буду с помощью вот такой вот пускателя. Вот такого пускателя. Классно. Погнали. Забыл достать ланчер. Геркулес. Саламандр. Я поставил Саламандру на атаку. Для того, чтобы она могла больше, ну, так скажем, больше забирать обороты Геркулеса. Так как в защите она, наоборот, не дает вообще никому нанести ей какой-то урон. И ей не дает бы расположить. Это против левосторонних. А вот атака против правосторонних. Думаю, вы меня понимаете. Саламандра на ярде. Ну, это хорошая сборка. Но не думаю, что противники дурачки будут брать какого-нибудь Геркулеса на турнир. Вот. 1-0. Молодец, Саламандра. Мы играем, если что, до 2 очков, потому что, ну, мало ли. Запускаю Саламандру второй, потому что, ну, мы тестим ее. Логично. Был бы Стингер у меня хороший, я бы поставил вместо Блица. Но нет Стингера. А был, если бы был у меня еще Аттрактовора от Глайда, металлический диск, это было бы вообще топ. То есть, серьезно. От Глайда Аттрактовора. Металлический диск, он просто шикарный. Скорее всего, не знаю, у меня его нет. Я думаю, что он будет шикарным. Надеюсь, он у меня появится. От Флэма, надеюсь. Когда-нибудь я увижу в магазине. Или же закажу. Да, Геркулес вообще на изи раскатала. Хорошо, следующая сборка. На ярде. Думаю, вот сейчас у Саламандры возникнут сложности. Эти сборки все хорошие. На ярде хорошая сборка. Как, ну, конечно, я говорил, что она не очень.
Но, то есть, по сравнению с этими всеми, из четырех она одна из лучших. Из этих четырех сборок она одна из самых лучших. На ярких. Ну, хотя, кто знает, может, Атомик, не знаю. Просто удивительно. С левосторонней я тестить не буду, потому что смысла в этом нет. Я сейчас, наверное, буду играть до одного очка, так как... Ну, мне неохота растягивать так долго видео. Ничья. По-моему, придется растянуть видео. Тогда я не буду сильно запускать их, для того, чтобы все быстрее было. Ты куда пошла? Саламандра, саламандра. Ты чё? А, ну зашибись. Ну ладно. Вообще без разницы. Ну, ждем. Думаю, саламандра пройдет. Нет, победила. Вы можете сказать то, что да, я позже запустил, но я запустил ее гораздо слабее. И они крутятся в разные стороны. Поэтому не суть важна. Хорошо. Сборка тоже прошла тест. Дальше на дострой. Вот сейчас я думаю достроить себе. Ну, не очень хорошо пройдет. Потому что ну это дострой. Его задача выбить. По перекрушиванию я не знаю. Возможно, эта арена не подходит для дестроя. Ну, в том смысле, что перекружить. Сейчас кто знает, может перекружить. Я, наверное, плохо запустил дестрой, потому что он вначале не бил Геркулес. А должен был, по идее, так как это все-таки отпущенный конечно. Ну и... Дестрой он проиграл. Ну ладно, хорошо. Экстент плюс. Поставлю на защиту. На, окей, на атаку. Мне сказали ставить на атаку, я поставлю на атаку. Типа, все просто. Ты куда пошла? Так, еще не понял. Она ушла. Ну, ладно. Думаю, не суть важна. Выбивание это выбивание. С каждым бывает, надеюсь. Нет. Вообще. Можно было бы на защиту, конечно, поставить, но мне сказали поставить на атаку, поэтому я как бы тащу на атаке. Сейчас мы экстент хорошенько протестим, потому что... Вообще. Потому что экстент, по-моему, это самая лучшая сборка из данных. Что на защиту ставлю. И погнали уничтожать Геркулес. Стоять, да, я помог Соломону, но иначе бой бы закончился, ну, не скоро. Тогда бы бой был очень долгим, и я этого не хочу. Типа, мне не нравятся скучные бои, это жесть какая-то, то есть... Если они хотя бы сталкиваются, это уже хорошо, если они не сталкиваются, это не прикольно. И если не столкнулись один раз, но очень мощно, это уже классно. О! Саламандра одолел. Вообще на изи. На секунду или две даже дольше прокрутилась. Поэтому я думаю, что она заслуживает вещего лайка. Потому что ну, она реально классная. Она реально топовая. Next N Plus это лучшая сборка. На втором месте, я думаю, я поставлю Ярд или Атомик. Короче, первое место Next N. Второе Ярд и Атомик. Третье это дестрой. Вот. Так еще немного подержу, что попало как бы. Блин, я забыл. Ну вы поняли, в общем. Да. Вот эту вот картинку вы увидите. Когда будете кликать на видео. Ну, надеюсь, вы кликнете. Ну, как иначе вы посмотрите это видео. Точнее, кщипательное. Следующее видео выйдет, не знаю, сегодня. И оно будет про кого? Правильно, про Буша нашу, потому что ну как бы хочется больше тестов, и это классно. Ну, а всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если вам понравился данный видеоролик, если нет, то все равно пролайкайте. Всем удачи, всем пока, до скорого.